Ты знаешь, где он находится? Да, жуткое место. Никто лет 10 там не появлялся. Вечеринка! Ни за что! Почему? Ни копов, ни соседей. Идеально! Нет! Оттянемся по полной, да? Тут, кажется, психушка раньше была. Где у них тут дефибриллятор? Какого? Тут срань какая-то, если... Если у вас есть святая вода, захватите. Глаза! Нет ни бога, ни дьявола. Есть только идиоты вроде вас, которые в них верят. Это похоже на одержимость. Можем всадить кол в сердце? Это тебе не Носферату, кретин. Нам нужен экзорцист, идиот, и чертов экзорцист. Ты серьезно? А чего? Я скачал инструкцию. Ты что, совсем рехнулся? Не сработало, потому что ты плюнул в святую воду, козел. Это самый священный ритуал в гребаной истории человечества. И мы только что все просрали. Макс фон Сюдер, актер. Он играл императора, мать его, мира. Вечеринка удалась! Давай повторим! А вот это демон!